Всем привет, с вами Тимофей. Я играю с Рандом Вампиром, которого только что купил. На самом деле я уже один раз им победил. Но там вылетел противник, и поэтому я не стал выкладывать. А второй раз я проиграл, потому что у нас напарник встал на базе и не двигался. Ну, то есть он двигался, но он стоял на базе. Типа, не хочет он с капитаном первого уровня играть. Так, что он хочет, чтобы я помог на миду? О, нифига себе. Не зря я взял вард, который может видеть невидимые варды. Странно, он что, хочет мне отдать один этот пак? Вон что он хотел. Чтоб я потанчил. Они попросили меня, кстати, в зону пойти там, в этом, в тамбуре. Иначе они отказывались идти в бой. Так что придется мне позумить. Так, ну, звезды клык просят, да? Дать ему, что ли, чтоб гангал. Раз он просит. Да что такое? Криво по ХП просел что-то. Резко как-то. Клык все-таки нарс забирает за топадом. Ну ладно.
Да, похоже, что в этом бою особо ничего интересного не увидите, потому что напарники всех нагибают. Постой-ка ты пока в ловушечке, дружище. Поймал. Не спеши. Твой клинок достанет тебя везде. Шеф, впереди. А ты думал, это просто удар? Промазал. Ну нет, не достал, блин. Че, не хотите, что ли, голду забирать? Одного оставим, ха-ха, чтобы не резнулось. Так тебе. Ну-ка, сейчас мы перехитрим лучка. Если криво его выпустит. Не выпустит, походу. Да жду я, жду. 10, ага. Ну все, наверное, пора. Не спешите. Ну повесил же, блядь. Ёбаная глючная игра. Ты познаешь страх. А ты думал, это просто удар? Вау. Двойной разрез. Обратно. Мой клинок достанет тебя везде. Иду по золу. Золотой. Да все нормально, что ты переживаешь. А теперь ультануть бы в него еще. Мой клинок достанет тебя везде. Вау, еле выжил. Видали, я последним росчерком себя восстановил хп, чтобы выжить. Кстати, вот этот росчерк, он запаздывает, он не мгновенный урон наносит, а с опозданием. И все время промахиваешься по крипам, чтобы их добить. Так это бесит прям. Восемнадцать тридцать один. С ума сойдите. Тимофей. Чего? Идем в бой. Сейчас. Я вампиром записываю видео.
Добрый вечер, телезрители. Я новый комментатор у Тимофея. Все уже сдались, враги. Комментатор опоздал. Блин, какой-то скучный бой. Вот если бы не вылетел в первом бою, когда я победил враг. Всем спасибо, всем пока.